Маникюр из ушей – это тоже намек на боевые трофеи. Насколько человек должен любить Кока-Колу, чтобы носить ее на собственных пальцах 24/7? Вот это я понимаю преданность любимому напитку. Металлические ногти на руках живого человека выглядят крайне необычно. Правда, мне с трудом удается представить ситуацию, в которой подобный маникюр был бы уместен. А вот это уже настоящая жуть! Мало того, что к каждому ногтю добавлено по 3 дополнительных пальца, так еще и на каждом из них есть свой собственный маникюр. Напоминает оживший кошмарный сон. Сначала кажется, что эти ногти кто-то уже успел обгрызть с разных сторон. А присмотревшись, понимаешь, что все еще хуже. На них успели сделать пирсинг. Нет, я все-таки сдержусь и не буду задавать этих банальных вопросов, как жить с такими ногтями. Лучше скажите...